Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор, и это моя 42-я серия механизмов в Майнкрафте. И в этой серии я хотел бы вам показать механизм-ловушку и как же этот механизм работает. Мы идем, наступаем на песок, проваливаемся и загораем в лаве. Давайте же переступим к постройке этого механизма. И как же этот механизм работает? Для этого механизма вам надо установить версию, точнее, снапшот 13W37B. И как же, на чем основывается этот механизм? Ставим большую траву, либо любую траву, либо цветок в два блока из вот этих. И потом на эту большую траву ставим песок. И ломаем эту большую траву, и наш песок висит в воздухе. И когда мы обновляем этот блок, то тогда песок падает. Давайте же переступим к постройке. А для начала вы должны вырыть яму в 6 блоков, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5. В 5, точнее. И потом сюда мы сложим нажимные плиты. Потом вот на нажимные плиты мы ставим землю. Все, потом сюда мы ставим большую траву. Везде, на каждый блок. И потом на эту траву мы ставим песок, либо гравий. Потом мы на этот песок ложим нитку. Теперь здесь через один блок от вот этого, здесь копаем яму в 3 блока. Четыре. Так, и потом вот эти блоки земли мы просто убираем. И сюда просто льем лаву. Потом закрываем вот эту дырку и проверяем. Как мы видим, механизм работает. Я думаю, вам понравилась эта серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!